Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 723. Тема «Грех». Вы говорите, что почти всегда блуд является причиной бродобрития. Как объяснить тогда бритье бороды у католических священников при их целибате, безбрачии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодня известно, что сделалось с этим целибатом, какое страшное мужеложство развито у священников и монахов. Чтобы замять эти скандалы в судах, им, как пишут газеты, уже пришлось выложить более 2 миллиардов долларов. 1 Коринфянам 7:9. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Кавычки закрыты. Бродобритие называется блудодейной ересью. Мне приходилось выслушать относительно своей бороды очень много упреков и поношений. Вот основные и все об одном. Как только баба тебя до себя допускает, побрейся, и ты лет на 20 будешь моложе, за тобой еще девчонки будут ухлестывать. И все в таком же роде. Все это безумие по стихиям мира, а не по Христу.